Привет! Привет! Зачем мы на канале в гостях у Алисы Егора? Мы сегодня делаем аппликацию с пуговиц. Аппликацию с пуговиц. Земляничка. Земляничка. Из мультика «Земляничка»? Я сама могу. Давай открывай. У меня тут пупсик. Да? Пупсик? Пупсик, да, такой маленький пупсик. Вот такой, он соска. Который соска? Как пупсика зовут? Бендер. Это что такое за имя? Вот, который может еще и стоять. А, Бобби Бёрнер, новорожденный. Вот, который может еще и стоять. Так, что там есть? Клей. Покажи, Егор, клей какой. Клей. Пуговицы. Показывай, Егор, пуговицы. Пуговицы цветные. И Алиса достает картинку. Смотри, Егор, чтобы она не помяла. Алиса, мять не надо. А ну что будет сзади? У него такая штучка, что ли, будет? Вот. Ну, а какая разница? Вы же спереди будете делать. Так, что сначала нужно сделать? Сначала нужно... Мне кажется, то, что сначала нужно пуговицы по цветам, по кочкам разделить. Ну, вот в сторону Алисы высыпает, чтобы она их разобрала по цветам. Да, давайте по цветам. Алиса, только не рассыпь, хорошо? По цветам. Алиса, скажи, какого цвета пуговички там есть? Скажи, Алиса, какого цвета пуговички? Ну, сейчас что-то взял очень. Ну, какого цвета ты берешь пуговички? Pink, розовый. Pink. Розовый. Дальше. White. White, белый. А, Алиса? Какого цвета пуговички? Ну, говори. White, белый. Pink. Тут. Дальше. Pink. А еще какого цвета? Purple. Purple? Да. Фиолетовый? А еще? Green. Green, зеленый. А еще? Белый. Белый как по-английски будет? White. White. Ну что, все, теперь что вы будете делать дальше, чтобы картинку сделать красивую? Клеить. Да, клеить. Да, нужно промазать так. Там на картинках как раз трафареты пуговичек. Промазать клеем и туда по цвету пуговички добавлять. И будет красивая картинка. Начнем, да? Сначала белый. Мы будем их делать по очереди. Одну я, другую. Ну ты, наверное, все промажь клеем. Нет. Много клея не надо. Он сейчас будет капельку. Всего капельку, Егор. Он, видишь, сейчас клей будет расползаться. Капельку сделал. Ну или две. Я теперь. А сейчас подожди, Алиса, Егор капельки клея нанесет, и вы потом будете только пуговички приклеивать, да? Видишь, как Егор делает? Чтобы вам на каждую пуговичку не тратить время, снова клей наносить. Егор сейчас все нанес, Егор, да, клей? Где снеговик, да. Ну все, теперь белые пуговички. Алиса, бери белые пуговички и вставляй на снеговика. Так. Егор, ну дай Алисе, пускай она поставляет. Ну, я тоже хочу, это мне тоже. Егор тоже хочет. Не да. Алисе нравится? Да. Мне тоже. Классная аппликация. Так. Белые пуговички все, закончились, да? Только зеленые. Сейчас будете зеленые. Как зеленый по-английски? Green. Green. Правильно. Только светлые. А темную, там где-то одна темная. Куда ее надо темную одеть? Наверное, шапочку мы что-то. Ну, шапочку, да. Это будет помпончик. Что дают? Алиса, две не надо. Так, и на снеговичка Алиса делай. Алиса, прикладывай зелененький. Так. Ну, еще тут побольше клей. Нравится Алисе такая аппликация из пуговичек? Ой, Алиса что-то у нас маленько приболела, да? Кашляет. Так, вот этих вот не хватит. Получается вот эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что дальше? Какой цвет будете делать? Пинк. Пинк светлый, да? Светло-розовый. Да. Ну-ка посчитай, Алиса, сколько там пуговиц светло-розовых? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, не балуйся, что-то ты разбаловал. Посчитай, светло-розового цвета сколько пуговиц? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5,
Что это у тебя с голосом? Да, хрипло. Мне кажется, там больше 5. Подожди. А, все, да? Все, Егор, показывай, куда Алисе вставлять. О, Алиса, ну что ты так красиво? Алиса, не балуйся, аккуратненько вставляй. Я размазываю просто. Не надо просто размазывать. Они так быстро приклеиваются. А они приклеиваются за полминуты. Как суперклей. Так. И, Алиса, последнюю пуговичку куда, Егор, показывай? Последнюю пуговичку... А что, лишнее? А вон, смотри, на снеговичке. Где? На снеговичке. На снеговичке, так. Нету. Вот рядом с белой пуговичкой. Вот, Алиса, показывай. Вот это? Да. Да. Нет, это уже другой цвет. Вот какой тут. Да? Ну ладно, давайте делайте вот. Какие там темно-розовые остались, а там посмотрите, какая пуговичка останется. Это вот, походу, вот сюда вот, потому что она одна и тут. Да? Да, вот. Алиса, куда твой пупсик убежал? Ой, вот сюда вот. Он уполз. Он ползать научился, да? Да. Сейчас он покажу ребяткам. Покажешь ребяткам? Он сидеть умеет, да? А зачем так много клея? Нам туда, если тут только надо. Ну, на всякий случай, так вот так, так он ползает. Вот так вот он ползает. Если случайно там разольют, да. Просто он фасовка такая, клей идет. Так, что там дальше вы клеите? Егор, Алисе, дай тоже. И Алиса наклеивает, да? Алиса, ну стой, ну что ты с Так, все, что и последняя нету? Пуговичка осталась, что ли? А, нам ходу этих дали меньше, а тех нам дали больше, вот. Ну, вставляйте. А для два. Поменяйте, значит. Может, вы не туда поставили? Нет, ну где тут все эти? Вон еще одна пуговичка, может, у тебя как раз в руках. А, может, вот так, там вот это вот сюда? Ну, наверное, я тебе так и говорил. Здорово получилось. Да, теперь у нас картина готовая. Готовая картина? Нет, пока она не склеится, она считается пока еще готовой. Ну-ка. Подожди, аккуратненько, Егор, подними, чтобы пуговички не это, и сейчас покажем. Да, не буду искать, я это суперклей, он вставай за полминуты. Да? Ну-ка, давайте покажем, какая красивая картинка получилась. Егор с Алисой сделали, да? Картинку Strawberry. Шорткейк. Земляничка из мультика «Земляничка». Вот какая красивая картинка получилась из пуговичек, да? Я земляничку... Да, тут есть еще много других картинок. Да, ну потом... Землянички – это я смотрела мультики. Ты смотрела мультики про землянички? Да. Да? Да, про всех друзей. Про всех друзей? Да, от землянича. Ну, ясно. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. Ставьте палец вверх. Всем пока-пока.